представляет фильм «Марджо. Саморазоблачение». Я хочу, чтобы вы посмотрели его до конца и свое мнение не оставили при себе, но могли пообщаться с своими пастырями, служителями и показать же им. Если у вас вопросы ко мне, пишите, звоните, смотрите, идут титры, читайте. Телефон, скайп, email, заходите мне на сайт. Этот фильм 72 года, но он актуален еще больше, чем те времена, потому что то, что происходило тогда, сейчас, я просто наблюдаю, что это оно расцвело пышным цветом. И никто, к сожалению, в этом не кается. Это документальный фильм. Знаете, люди каются втихаря, но я считаю, в Писании это написано. Если ты согрешил, тайно, ты можешь тайно исповедоваться. Но если это общественная деятельность, человек занимался, он как занимался, его снимали, он сделал настоящее покаяние, я верю. Покаялся в том плане, что он показал, чем он занимался, как он занимался. К сожалению, я просто думаю, и что другие, которые там, те пророки, которые там по радио себе вымаливали деньги, те пастыря церквей, которые приглашали служителя, они такие же помазаны таким же духом, потому что свой свояка видит издалека, и чужого он не пригласит к себе. Он не пригласит себе чужого, какого-нибудь проповедника, такого, нормального. Он какой сам, такого и пригласит. И то, что сейчас есть, ну посмотрите, кто кого, кого куда приглашает. И эти евангелизации церковные из гостей в гости, они не идут к погибающим людям. Они ездят по ушам друг другу и все. И на этом все кино заканчивается. Если вы не согласны, звоните, пишите, стучите. Я рад встретиться. Давайте искать реального Бога и сделать реальные дела, которые нам еще осталось сделать на этой земле до пришествия. Или до того дня, когда пристанем перед Богом, когда человек, любой из нас, я или вы, помрете и пристанете перед Богом. Будем отвечать, кого вы, каких клоунов слушали, и что мы строили в своей жизни, к чему мы пришли, что мы имеем, и какой плод мы тебе, Господи, принесем. Напоследок, если у вас есть подобные, вы знаете подобные истории, просто вы это знаете, по мере сил мы поможем это заснять и интервью с теми людьми, которые занимались этого рода деятельностью. Потому что человек, который чисто изучает Библию и не имея личных взаимоотношений с Богом, он к этому же цирку и придет. Никому этого не желаю. Я хочу, чтобы мы были в духе. Не когда-то там однажды, а каждый день сейчас. Не надо жить вчерашним днем. Надо жить с Богом и иметь ответственность перед Ним сейчас, сегодня. Потому что то, что было вчера, оно прошло. Там было и плохое, и хорошее. И на это опираться никому не советую. Я так не делаю и вам не советую. Мы сегодня, Бог есть сущий, Он есть сегодня. Я есть, я сейчас. И мы сейчас должны быть как бы для Него угодные, полезные. И трезвый, он говорит, не спите, бодрствуйте, потому что не знаете, в какой час. Вот какой застанет, так с вами и будет. И со мной то же самое. Так что смотрите. Давайте встречаться, давайте делать дела Божьи. И пусть то, что вы видели, оно распространите другим. Не бойтесь. Всякий страх нет Бога. И человек, который боится правды, он не идет к свету, он не идет к Богу. В конце концов, он будет просто наказан. Идите к свету, признавайтесь, и Бог вас может помиловать.